Всем привет! Всем привет! Сегодня мы находимся в одном из овощных магазинов и хотим показать, какие наши продукты можно здесь найти. Вот именно в таких магазинах можно найти что-то наше. Вот, например, есть увелка, овсяная каша с разными добавками, такая небольшая пачечка 6,49, 200 грамм всего лишь. Вот есть квас латвийский, ильгуцемский. Кстати, самый лучший, ну, по крайней мере, когда я в Латвии уже был, самый вкусный квас был. Ильгуцемский – это оригинальный и Поттер, то есть они еще там всякие разные напитки производили, пиво ильгуцемское было, но вот это вот очень вкусный был. Ну, как-то я не сильно скучаю по квасу, честно говоря, тем более бутилированному, поэтому как-то… Так, цена – это что? Цена... 1,5 литра 6,49. 6,49. Еще нашли соки. Что производство? Россия производство, я прочитал, черника, свекла, морс сибирских ягод. Азербайджанские гранаты, то есть, ну, опять же, производитель крал какой-то, я не знаю, то есть, здесь эти, может быть, где-то и... Тоже продуктов Russian. Да, продуктов Russian, азербайджанские, там, знаете? Да, делаются. Вот, кстати, свекла, свекольный сок. Цены, кстати, вот гранатовый сок 8 долларов, они все этот 8. Еще дороже, какой-то с антиоксидантами. Не, вот эти все соки, они по 7,49, 7,99, здесь что-то есть, вот, битрут дешевле, 6,99, не берет никто. Черная смородина, кстати, так что вот такие необычные напитки можно найти. Еще нашли вот такой творожок, кварк он называется. Кварк, ну это творог, да, 0,5% жирности всего лишь. Сэмс, ну это ерунда, конечно, 0,5% жирности. 275 грамм, 7,49. Тоже. Мы были в прошлый раз, и было больше выбора. Больше выбора, ну, оно, видишь, как завоз есть, так это продуктов Латвии опять, латвийский. Так, немножко рыбы. Селёдочка. Вот, почему немножко? Вот, пожалуйста, тебе. А, здесь. Да, точно. Ну, давайте начнем, да. Короче, селедка скандинавская. Опять же, она сделана в Латвии. Мистер Фиш. Фиши. Производство Латвии, скорее всего. Цена вот, 650 грамм, 13. Продуктов Латвии, да. 14 долларов, вот. In oil. Ну, в общем, разные виды. Скандинавская, в масле, да. Это типа рольмопсов что-то, наверное, будет. Да, здесь именно филе. Здесь филе в масле. И вот здесь внизу, смотри. Здесь макрель, это скумбрия. Копченая скумбрия. Это горячего копчения. Сколько она? 24 доллара за килограмм. Выловлено в Норвегии. Это горячего копчения. Холодного есть. Cold smoke, да, и холодного, и горячего есть, копчение. А, подожди, а cold получается 30 долларов за килограмм. Да. Рыбка сушеная, кто-то взял, открыл, видишь, сожрал. Тоже. А это литовская. Да, вот смотри, еще здесь какая-то селедка есть. Тоже продукт Латвии. Это селедка цельная, да, цельная, прикольно. Тоже латвийская. Сколько она стоит? Есть цена? Вот, salted herring, 23. А, так это она была, а макрель 23. 30, да. 23 на студии, 24 доллара. Здесь вот есть что-то еще. В общем, вот макрель рыбы тоже. Этот скумбрия. Чего такая вот есть сушеная тоже рыбка. Ну, есть что-то. Если прям хочется, сильно можно найти. Нашли еще консервы некоторые. Вот, кстати, ну, это продукты всякие, да? Да, Хорватии. Это хорваты что у нас делают. Такое? Какой-то именно биф и порк. Биф, мит, паштеты какие-то, то есть этих много всяких. Сгущенное молоко. Довгань. Где оно сделано, скорее всего, в Германии, да. Но опять же, они много, видишь, сгущенное молоко с сахаром, довгань. Да. И вот здесь также самое, это продукт в Хорватии, посмотрела. В общем, разные консервы мясные. Там внизу, то есть, да, вот, пожалуйста, капуста. Есть квашеная. Какая хочешь. Да, вот красная. И польские, хорватские. Салаты всякие. В общем, вот такая вот банка стоит 3,69. White Watch концентрат. Это 4 доллара. Соленья разные можно найти, они обычно либо польские, либо еще откуда-то. Много продуктов из Польши. Кноры все вот эти вот, супы всякие, сухие, вегеты всякие, короче, такой вот. Ну да, и приправы всякие тоже есть, вот, конечно же, тоже польские. 1,49, можно найти все, что хочешь. И здесь даже какие-то чаи. Травяные, ромашка. Вот, кстати, ромашка есть, пожалуйста. Да, это именно пить. Потом шиповник получается. Шиповник 2,69, ромашка тоже 2,69. Ну и шпоры разные для сердца, для желудка, для чего там. Для похудения, да. Для пердушка, короче, для всего чего. Вот такие разные чаи. Много различных польских сладостей. Вот, кстати, сушка, бублики.
сколько стоят бублики? Значит, 2,49. Это какие-то маленькие. Нет, вот обычные полкило 6,49 стоит. Есть такие с разными вкусами. Ванильные и какие-то любительские. Да, и внизу, смотри, тоже вот разные. А, есть еще пряники есть. Пряники душевные. Да, ну как-то они так все. Пряники 400 грамм 6,49. И вот эти большие баранки тоже 6,49 за пачку. О, и вот такие, короче, различные есть сушки в такой виде тоже. Медовые. 6,49, в принципе, полкило стоит. Для любителей делать вафельные торты, вот есть готовые коржи. 3,69 всего лишь наборчик стоит. Чьи они? Молдавия, да. Молдавии сделаны. Вот еще, кто любит вафельные торты, торты, тоже 3,49. Ой, то, что любит Иван, да. Грибочки сушеные, это боровички, а это другие какие-то. Это, скорее всего, польский боровик. Под грязби... Короче, я не могу это выговорить. Ну, в общем, 20 грамм 6,49 стоят такие, не дешевые. Да. И вот здесь мы еще нашли печенье. Сгущенное молоко. Морозово какая-то, сливочное и сгущенное молоко. 6,49 стоит 430 грамм. Большой выбор, в принципе. Это кстати, именно штук, да, в овощных магазинах, потому что в обычных магазинах такой ты не найдешь. Вот эти вот сушки Молдова. Вот это молдавские сушки. Да. Так, нашли шпроты. Рижские. Но это паштет. А, паштет. Шпротный паштет это... Вот, обжаренный сколько в томатном шпротный? Соусе. Вот это 3,49 баночка. Паштет, да. Вот. Это вот этот, как его называют, блин. Килька в томатном соусе обжаренная. 4,69. Да. Она стоит. Вот пошли здесь вот сардины. Ну, шпроты, говорю, грубо говоря. $6. $6. Такая вот маленькая баночка. Вот они тоже $6. Но, в принципе, они продаются есть под другими брендами в супермаркетах тоже. Так что, если кому-то прям сильно да. надо, я а как-то уже... Тушенка еще есть, но она, конечно... Это новозеландская. Да, тушенка. Новозеландская. А нет, это австралийская, мы ее настроили. Но а она вот дорогая довольно-таки здесь почему-то. Ну, в общем, да. Что еще здесь есть? Вот здесь, вот гречка пошла. А, да, кстати, гречка – это то, что мы всегда покупаем. А, например, 900 грамм 9,49. Дандар. А, ну, здесь есть разные бренды. Есть вот такая... Тоже 900 грамм, $11. 2,5 килограмма, $22. Так что выбор гречки, в принципе, хороший. И вот польская есть, да. Начали. Польская тоже 900 грамм, $11. Вот, смотри, 22,5 килограмма. Увелка, которая в пакетиках, 400 грамм, 6,69. Так что Довга, сейчас что-то возьмем. Чуть побольше стал выбор, да. Так, что мы нашли в банках? Аджика по-абхазски. Аджика по-абхазски, кавказская аджика. 4,79 за баночку. Здесь эти похожи на эти, на лисички маринованные. Да, но они, блин, конечно, $13. На 300 грамм. Маслята маринованные тоже. $10 за 300 грамм. Хрен. Ну, честно говоря, сколько я хрена здесь не покупал, он весь почему-то такой слабый-слабый. Вот это точно слабый. Это венгерский вроде как. Вот эти артишоки. Ставил вот еще хрен, короче говоря, здесь салаты всякие. А есть. Да, вот здесь, кстати, овощные. Они в основном польские. Бабуни, да, это все польские салаты, литовский салат, такой литовский, такой не я как-то. В общем, вот это $13, эти по 6. Вот томаты внизу есть, собственно, соку. А, да, вот здесь есть такие помидоры разные, томаты, черри и огурцы, $11 в литр 700. Огурцы. Чьи огурцы? Тоже польские огурцы. Так, 5,99 900 грамм. Разные. В общем, закруток разных много. Вот такой, например, салат свекольный острый, $6 за баночку. Трапеза монахов. $8.
набор разных овощей. Вот еще одна аджика. Большой выбор, да. Капуста. Капуста квашеная, да? Квашеная тоже польская. 4,49 за 850 грамм. Вот такая. Это чья? Тоже польская. Капуста где-то 5,49 стоит, смотря какая. Кстати, что касается других каш, вот мы еще нашли здесь крупа ячневая, $4, пшеничная, 4,29, это все 700 грамм. Пшеничная, манка, по-моему, есть, да. Манка тоже, они все 4,29. А еще что-то, о, перловка. Пшено тоже 800 грамм. Пшено 6,49. Еще нашли халву. Вот она греческая здесь халва с разными вкусами. Это с орехами. Потом есть какао. Стоит она 5,50. Ванильная. И еще какая-то... О, с фисташками. С фисташками. Получается 400 грамм, 5,50. Вареное сгущенное молоко 5,49, ну и опять же обычная сгущенка. И здесь очень много тоже вот таких вот пудингов. Это, по-моему, тоже польский продукт. Да. Или нет. Это польский, либо... А, да, продукт Германии. Из Германии. Вот такие всякие. Это какой-то крем, наверное. Пудинг. Клубничный пудинг. Польский. И желе, кстати, разные тоже. 1,99 вот такой пакетик. Кто любит, вот такое тоже здесь есть. Для любителей сырков. Вот Ивана любимые сырки. Карумс. Вот, латвийские карумс сырки творожные. Ну, как-то я... Ну, они замороженные, естественно, сюда везутся. То есть ты размораживаешь и кушаешь. В принципе, если хочется вспомнить сам вкус, то можно съесть. 2,69 за штучку, да. С разными вкусами. И есть, конечно же, вот пельмени и вареники. Это Сэмс, это здесь делаются эти пельмени. Это сколько вот стоит? 800 грамм $17. 18 с говядиной, это эти, как их, вареники. Вареники 17. А вот пельмени 800 грамм 17. Это со свининой. Да, и $18 получается потейты чиз пироги. Пироги это у нас вареники, да. Вот такой выбор. Здесь вот пельмени, это другой фирмы. Five Star Dumplings. Это вареники в основном, там тоже вареники. Ну вот, смотри, цена, получается, 1 килограмм $22. Да. А, да. Вот и что-то вот, я да. смотрю, нету в этот раз пельменей, которые мне нравятся. Только есть вареники, да, со сладким сыром, этим, как его называют, творогом. Еще нашли вот мороженое, пломбир. Мы, кстати, в прошлый раз покупали, оно именно в стаканчике. Банди, это литовское. Банди, даду, тут, короче, брендов понаклеено тонну. Сколько стоит, непонятно, но, по-моему, в прошлый раз внутри чем-то было, что-то да. такое. Как-то сейчас коробок нету, наверху я нашел парочку, он там валяется, не знаю. Всякая ерунда, как я понимаю, наверх забрасывают. Еще нашли такой интересный продукт, называется Poppy Seed Cake. Это вот такой замороженный, не знаю, типа рулета с маком. $24 стоит. Можно найти даже медовик. Вот такая коробочка. Написано вроде с $38. 850 грамм. Замороженный.